Меня зовут Гнускина Ангелина Павловна, мне 19 лет. Учусь... Занимаюсь вокалом с 6 лет. И мой преподаватель сказал, что мне лучше вообще сюда не ехать, то, что я не пройду. Конечно, я 2 дня проплакала. И все равно сюда приехала. У меня план просто уверенно выйти, доказать своему учителю, который сказал, что я всего лишь кусочек глины. То, что я не кусочек глины, а целый такой кусок глины, из которого можно вылепить готовый материал. Здравствуй, познакомимся. Здравствуйте. Меня зовут Гнускина Ангелина Павловна. Я с поселка Заводской. Так, Ангелина, что будем петь? Руслана, «Дикие танцы». Поехали. Зачем я пришла сюда? Надоела обыденная жизнь. Как бы в Степногорске меня уже все знают, мне скучно, поэтому захотела что-то выше. Поэтому музыка – это моя жизнь. Для этого я сюда и приехала, чтобы покорять Казахстан. Inside you, my head's been round and round and shiriki-tam, day, shiriki-tam, na. I want you to hold me, so I dance round and round and shiriki-tam, day, shiriki-tam, na. Forever and ever, go, we'll dance. Daina, wanna be loved. Daina gonna take my voice change. Daina, freedom above. Daina, day, how wild they say. Damna. Я не могу назвать это ни песней, ни Русланой, ни, не знаю, в своем исполнении это было просто катастрофически плохо. То, что ты здесь, это неправильно. Кошмар. Я предлагаю голосовать, пожалуйста. Я говорю нет. Нет. Нет, у вас 3 нет, и вы не проходите на следующий тур. Хорошо. До свидания.